Полицейские Павлодара пообщались со школьниками в интернете. Проявившие мужество и героизм на работе, они рассказали детям о своих подвигах. К примеру, старший сержант Иван Белянцев задержал вооруженного грабителя, в погоне за которым получил огнестрельное ранение. Его наградили медалью Айбын третьей степени. Говорили сотрудники полиции о достоинствах службы, призвали молодежь поступать в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел страны. В этом году органами внутренних дел области достигнуты положительные результаты. И во многом это зависит от умелого руководства, организации работы. Эти положительные результаты сами по себе выполнены сотрудниками, нами, органов внутренних. И порой они достаются очень тяжело. Приходится проявлять героизм, смекалку. Все это для охраны общественного порядка, спокойствия населения.